снимаю фильм, потому что мне очень понравился лук, который я вырастила. Сегодня 24 июля. Этот лук я посадила под зиму. Сорта «Радар», круглые, «Штутгарт», плоский лучок и «Шекспир». Лучок прекрасный, занял весь теннисный стол. И не поместилась, я еще сажаю, повесила, вернее, его на сеточку. Посмотрите, для украшения. Он у меня тут хорошо подсохнет, а потом я его дальше определю. Вот так. Ай да я, мне очень понравился. Вот спичечный коробочек, который можно для сравнения посмотреть величину цибульки. Я молодец.